Как посадить бегонию семенами дома? Вы узнаете, как обработать купленные семена, какая почва и контейнер нужны для посадки. Домашняя посадка облегчена пошаговым руководством обработки семян и подготовки почвенной смеси. Вечно цветущая бегония отлично выращивается семенным способом в домашних условиях. Потребуется тщательная подготовка и большой запас терпения, чтобы прорастить семена дома, но результат перечеркнет ваши сомнения. Посадите бегонию семенами дома и убедитесь в этом сами. Что нужно для посадки бегонии семенами дома? Купленные семена, почва, контейнер, пленка, садовая лопаточка, лейка и вода. 5 месяцев ухода перед цветением. Когда посадить бегонию семенами дома? С середины января или в конце февраля? Изучите описание семян. Производитель может облегчать задачу цветовода и обрабатывать семена бегонии. Если на упаковке указано гранулированные, значит посевной материал нет потребности обрабатывать. Обычные или необработанные семена бегонии по стандартному методу замачиваются в воде и подготавливаются к посадке. Как замочить семена бегонии дома? Первое. Приготовить мисочку с теплой водой 40 градусов. Второе. Замочить семена на 20 минут. И третий шаг. Слить воду. Другие варианты подготовки бегонии перед посадкой семенами – это обработка в теплом растворе марганцовки или перекиси водорода. Поскольку семена мелкие, будет затруднительно замочить и вынуть посевной материал, не растеряв всего объема. Как обработать семена бегонии дома без потерь? Разложить на влажной подложке, сбрызнуть из пульверизатора стимулятором роста, а уже затем посадить. Для удобства рекомендуем использовать необработанную целлюлозную бумагу, либо отрез туалетный. После обработки семена проклеятся к отрезу, после чего удобно заделать их в почвенную смесь. Подготовка посадочного места. Выберите общий прямоугольный контейнер без дренажных отверстий. После того, как рассада подрастет и сформирует листочки, можно будет перемещать горшочки со сливными отверстиями. В последнем варианте также использовать дренажный слой, а пока что почвенная смесь, в которой проращивали семена бегонии дома. Этапы подготовки почвы – прокалить или пропарить, остудить, вложить в горшок, смочить водой и подрыхлить верхний слой. Почвенная смесь для семян бегонии – две части листовой земли, одна часть пропаренного песка, одна часть торфа. Схема посадки 3 на 3 см в общем контейнере. Другие варианты посадки – торфяные горшочки или таблетки. Быстро высадить, не нарушая целостность корневой системы. Уход за рассадой бегонии и семян. Поддерживать температуру на отметке плюс 25 градусов для выгонки семян. Содержать рассаду под пленкой до появления первых всходов. Затем убрать. Понизить температуру до 22 градусов. Продолжать доращивать оставшиеся 12 дней с момента появления ростков. Плавно подготавливать посадки. Как закалить рассаду бегонии перед пересадкой? Первое. Открывать пленку на 15 минут на проветривание. Второе. Выносить на балкон. Третье. Понижать температуру. Действуя в предложенных рамках, вы не потеряете рассаду, но качественно подготовите к условиям открытого грунта или пересадить дома в разные горшки. Когда пересаживать бегонию семенами? После наращивания четвертого листа. Альтернативные варианты, как посадить бегонию клубневую комнатную, на сайте TwoNature Info. Пишите в комментариях, как вы посадили бегонию семенами дома.